Привет, друзья! Меня зовут Людмила, и вы смотрите мой кулинарный канал «Вкусный рецепт». Друзья, если вы ищете уже вкусные десерты на День влюбленных, этот рецепт точно для вас. Давайте сегодня приготовим очень вкусное и простое приготовление печенья, которое называется «Жербо». Друзья, оно просто волшебное. Я бы сказала, что это не печенье даже, а настоящий торт. Чтобы не потерять этот классный рецепт, обязательно подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих новых и точных рецептов. И мы начинаем готовить. Для приготовления я возьму одно яйцо. Немножко посолю. Взбиваю венчиком. Добавляю 100 грамм сахара, 50 грамм теплого молока и 250 грамм растопленного маргарина. И все перемешаю венчиком до однородности. Обязательно добавляем ванильный сахар 8 грамм. Муку просеем. Муки у меня ушло 500 грамм. Сначала добавляем половину, а потом в другую половину всыпаем разрыхлитель и дрожжи. Хорошенечко вымешиваем. По необходимости стол присыпаем мукой с общего количества. Тесто должно получиться мягкое и чем-то напоминать пластилин. Отправляем тесто в миску и оставляем на 30 минут. А пока займемся начинкой. Возьмем 200 грамм жареных грецких орехов. Их нужно измельчить в крошку. Смешиваем 150 грамм сахара и 200 миллилитров варенья. У меня абрикосовое. Всю эту красоту перемешиваем погружным блендером в однородную массу. Должно получиться вот такое пюре. Теперь добавляем орехи и хорошо перемешаем. Тесто разделим на три равные части. Каждый кусочек раскатаем по размеру формы. Размер моей формы 25 на 25 сантиметров. Сверху на тесто выкладываем половину нашей начинки. Второй корж также раскатываем по размерам формы. И выкладываем сверху начинки. Выкладываем вторую половину начинки ровным слоем. Накрываем третьим слоем теста. И обязательно прокалываем вилочкой. Отправляем выпекаться 180 градусов 25-30 минут. На паровой бане растопим 70 грамм сливочного масла и 100 грамм черного шоколада. Остывший корж поливаем глазурью. И пока глазурь не застыла, разрезаем на порционные кусочки. Печенье жербо у нас готово. Давайте попробуем. Тесто хорошо пропеклось и слои хорошо видно. На вкус, друзья, это печенье просто божественное. Его ни с чем не сравнишь. Такое печенье можно готовить хоть каждый день. Оно очень классное. Друзья, печенье получилось очень вкусное, ароматное, рассыпчатое. Начинка просто не передать словами. Она вкуснющая.
Друзья, я очень рекомендую, даже настоятельно рекомендую приготовить такое печенье на День влюбленных. Ваша другая половинка будет просто в восторге и обцелует вас. Я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения, всегда удачной выпечки. До новых встреч, до новых видео на моем канале. Пока-пока!